Друзья, мы продолжаем новый сериал в Брукхевен о человеке с камерой. Репортер. Вторая серия. Летающие люди. Эх, ну чё за фигня такая? Только заработал деньги, только их заработал и смог купить в этом Брукхевене только вот такую маленькую, что самое поразительное, розовую машинку. Зачем мне розовая машинка? Но других не было, а пешком ходить я устал. С тех пор, как я снял свой репортаж про аварию, уже прошло целая неделя, я не могу найти ни одного нормального репортажа. Я там снимал куриц. Не приняли. Снимал, как люди отдыхают, не приняли. Не знаю, что же снять. Надо какой-нибудь сюжет придумать. У меня есть идея. Вот дом стоит. И пойду-ка я подсмотрю, что там происходит. И сниму. Это будет круто. Так. Пока никто не знает, достаем камеру. И пойдем. Так, спрячемся за деревом. Опа, кто тут? Что-то я вижу там. Наверху что-то происходит. Ладно, подкрадемся. Опа. О, снимаем. Частная жизнь частных людей. Ага, полез куда-то наверх. Так, как не наверх. Эть. Что делать? А, придумал. Достаем стремяночку. Ага, камеру. И залазим. Тыкс. Во, будем здесь посматривать. Опа. О, играет на гитаре. У нас в городе появился новый музыкант, гитарист. Круто. Так, надо. Сейчас попробую с помощью стремяночки залезть чуть выше. Сюда, так, нет. Сюда, ах, сорвался. Ладно, попробую еще раз. Залазим. Пока не видит человек. Ставлю вот так вот. Сюда. Эх, что-то не получилось. Ай, сорвалось опять. Кажется, он меня увидел. Надо мотать. Мотаем. Он увидел, как я ставлю стремянку. Мотаем. Ну, сюжет я успел снять. Это что там такое? Это что там происходит? Кто-то там летает? Вот это сногсшибательный сюжет будет. Да там целый рой людей летает. Что это такое? Ладно, буду подкрадываться. В кусте замаскируюсь. Я куст. Меня не видно. Я куст. Снимаем. Нет, надо поближе, чтобы никто меня не видел. Так, отсюда. Сейчас сюда. Подходим. Во, выныриваем. Это летающие люди, они чё? Объелись зелье летания, что ли, сюда? Выглядываем. Ничего себе! Нифин ты себе, они реально летают! Это как так? Ну-ка, подкрадемся вот здесь из-под лестницы и будем смотреть. Летающие люди, что происходит? Вот это сюжет! Срочно к начальнику! Мамочка, ничего себе, вот это я снял! Бегом на студию, бегом! Надо скорее шефу показать! Это же супер сюжет, мне дадут столько денег, если я заработаю еще много денег, быстрее на студию! Моя тарантайка розовая, давай быстрее, я тебе, по-моему, бегаю, то быстрее, чем ты едешь. Как жалко, других машин не было в магазине, да и то я все деньги потратил. Срочно сюда. Шеф! Шеф, смотри, что я снял, смотри! Ну давай посмотрим, что ты опять куриц снимал? Нет, шеф, я снял, вообще, смотри! Так, это что такое? Ты что, в дом какой-то подглядываешь, что ли? Да, шеф, нет, а дальше смотри. Так, дальше давай посмотрим, что там. Не понял, это что такое? Люди летают? Да, я тоже удивился. Летающие люди? Обалдеть, срочно в новости. Быстренько, давай сюда, скидывай на флешки. Так, короче, я публикую видео, а ты иди дальше снимай. Это супер новости будут в сегодняшнем выпуске. Твоя задача, короче, узнай, как они летают, почему они летают, что происходит. Все, беги. Шеф, хорошо, отлично. Я побежал. Зачем я бегу? У меня же машина есть. Все, я поехал. Вперед, летающие люди. Так, срочно. Вот они летают, обрати внимание. Круто. Уважаемые телезрители, сегодня у нас крутые новости в Брукхевен. Как вы видели из первого нашего сюжета, у нас появились летающие люди. Наш оператор пошел в гущу событий. И смотрите, что получилось. С
Срочные новости, обратите внимание, это по-настоящему летающие люди. Они машут ножками и пролетают прямо над нашим оператором. Он в самой гуще событий. Мы сначала думали, что это нужен шарик для летания, но нет, они каким-то образом летают самостоятельно. Они такое ощущение, что они плавают в воде. Наш репортер был в самой гуще событий и выяснил, как же они летают. Для этого ему пришлось остановить человека с шариком и взять у него интервью. Извините, можно у вас, пожалуйста, взять интервью? Да, можно. Скажите, пожалуйста, как вы летаете? Это просто невероятно, мы снимаем суперсюжет. Очень просто, вам нужно стать маленьким, включить CPR, подойти к бассейну, полазить вокруг него, и вы сможете летать. Что, так просто? Да, мы все попробовали, и смотрите, все летают, это действительно очень просто. Спасибо вам огромное за интервью, вы сегодня попадете в новости. Спасибо, все, я побежал. Поэтому подписывайтесь на наш новостной канал, чтобы не пропустить новые новости. Наш оператор поехал выяснять, как же работает баг, и вы первые об этом узнаете. До новых встреч. Шеф, что мне дальше делать? Ну, я уже в новостях всем пообещал, что ты пойдешь и испытаешь этот баг на себе, чтобы другие могли знать, как он работает и как его использовать. Я вообще рассчитываю на то, что ты сможешь прилететь прямо сюда. Сможешь? Шеф, я постараюсь. Шеф, скажите, а сколько я сегодня уже заработал? За каждый сюжет ты заработал по 20 тысяч долларов. То есть 40 тысяч ты уже заработал, а если у тебя получится баг, ты еще получишь 60. Шеф, все, я пошел, спасибо. Скорей. Это же круто, пойду испытывать баг. О боже, наконец-то я смогу себе машину покруче купить, а не эту розовую тарантайку. О, я смотрю, они здесь уже устали летать. Попробую. Короче, надо идти к бассейну, вон там бассейн. Хорошо. Стать маленьким. Включаем и уменьшаемся. Включить эмоцию CPR. Хорошо. А, это искусственное дыхание. А почему у меня такая большая камера? Ладно. И пытаться искать место в бассейне. Какую-нибудь дырку. А, вот здесь вот дырка баговская. И есть, у меня получилось. Дальше я включаю и начинаю плыть. Ничего себе. Реально работающий баг. Ну-ка. Так, я теперь могу крутые новости снимать. Я смогу вот так вот залетать на любой дом. Обалдеть и подглядывать, это круто. Так, ну, зрителям этого не надо знать. Все, я полетел к шефу с камерой. Я прям снимаю в прямом эфире, как работает этот баг. Я летаю в Брукхевене. Обалдеть, можно без вертолета даже в космос лететь. Это очень круто. Шеф, главное не отпускать. Если только отпускаешь, начинает падать. А если я упаду? Я снова могу лететь. Я постоянно летаю. Это круто. Летим к шефу. Взлетаем сюда. Давай. Шеф, смотри, все получилось. Шеф, я вот летаю. Смотри, прям по студии. Дорогие зрители, смотрите. Наш оператор смог повторить баг обычных людей, поэтому вы, наши подписчики дорогие, тоже сможете это делать. Повторите все действия, которые сделал наш оператор, снял эту новость, и вы тоже сможете летать. Шеф, я уже устал летать, можно приземлиться? Приземляйся. О, фух. Вот, у меня даже ноги уже не держат, я устал. Давай я подползу. А как отключить, ты его знаешь? Нашим зрителям интересно. Надо подпрыгнуть. Подпрыгнул и все. И баг не работает. Отлично, все, зрители знают. Шеф. Все, новости закончились? Да, закончились. Можно, пожалуйста, мне зарплату? Конечно. О, круто. Ладно, становлюсь снова большим. Извините, шеф, что я на вашем столе. Я пошел, у меня выходной. Иди. Обалдеть, я заработал кучу денег и смогу купить себе новую машину! Да, мне определенно нужна новая машина, мою угнали. Эй, кто угнал мою машину? Кто стащил машину? Мою машину украли, я бы ее продал.
И немножко денег заработал. Ну так придется опять все деньги потратить на новую. Друзья, так и закончился сегодня день в Brookhaven у репортера. Вы вместе с ним узнали, как же делать баг в Brookhaven. Попробуйте повторить его вместе с друзьями и слетать, например, куда-нибудь вверх в космос толпой. Мне кажется, это будет очень интересно. А для того, чтобы не пропустить новые серии, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Продолжение сериала про репортера следует.